Никаких трудностей перевода. Отныне диалоги в скайпе будут сопровождаться синхронным переводом речи. Такая функция позволит пользователям, владеющим русским, общаться с носителями английского, испанского, китайского, итальянского, французского, бразильского, португальского, немецкого или арабского, не зная этих языков. Заработавший в скайпе ровно год назад сервис синхронного голосового перевода с сегодняшнего дня поддерживает и русский язык. Для начала беседы с использованием синхронного переводчика пользователю нужно будет выбрать собеседник, Открыть диалоговое окно и найти в нем значок Skype Translator в виде глобуса. К слову, в основе Skype Translator лежит технология машинного обучения на основе нейросетей. Это означает, что сервис самостоятельно совершенствуется по мере использования, и чем больше людей используют его для общения, тем выше будет качество перевода.